продолжал Господь говорить Ахазу, сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давида, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение все, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе». И сказал мне Господь: «В прежнее время умолила землю за Паунову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране день несмертный свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Омна смута шурая. يا تابت من قاعدة بشرى مقويتا من أعلاها المشيخ
شرقت آي دويلة من البرقو أقدمنا وطلاتي شدي لي مصيا مصلية باين بطل القول إن شرقت إلا يرشوك بس لا ويلة من قول قأوراهم قولا يقول على بس شرقت مويا بطلبت بشلا مزيتا هل آتي زرقا أو قاتل وهيلي قول آه شرقت بشلا يولتا بالمعلاقي إذا نو نونجي إن نونجي ليلة خان إن علاها خايل بس شرقت درقول إلى تقول الله خصمي سو إن بشلا يولتا شرقت أين دمصيا والمخصوص لمهوية صرصتوتا من شرقت بالهويا وزديقوت إلا خوش لكتاوى كل من دي تضغطيتا تقولا بهيمانوتا تشمشيخا فايش هو قداني تمني من قمدتيا وهيمانوتا شرقت كي نبغى ولا كدويق وخوا والهيمانوتا دكتا ولفيا شريد أدخل شرقت ويلا ولا بنتا قاتل قسم شيخا من هيمانوتا بيشا شرقت إن إيمان تيلا هيمانوتا لا ويلا تخط إيدا دملقان سبب كل وخم بنون طالاهت إيمانوتا إيشو شيخ سبب آني من شيخا ومدلوخ من شيخا لبشرق لي إيودا ولا أرضاي ولا ريقا ولا برخير لا أرزا ولا نقوى سبب كل وخم خايتو إيشو شيخ ابن شيخته فزرقت أوراهتهم يا روت القول إن بمارة من اللغة ما ديرتو تزغور لي ليلة بريشة من ريقة أبن دي لمارة كله إلا تخد إيدا ملباني هل تهاي دانا رشيتا بيكبا أتخا أخنا إيمان ديا ليدة وأخوة تخد استقصي أها دنيا زبطن لوخو إن إيمان مطيل شغلا ما تزونا شدر آلاه البرونة ويلة من بغت ويلة تخد شرق قد زاب الآني إن تخد شرق وقولي ما توتا شوفا دنون من سبب إيتم بنونة شدر آلاه روخد برونة قول بواتوخن هاي بقرايلة آوى باب Послание святого апостола Павла к Галатам. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семьи, но сказано и потомками, как бы о многих, но как об одном, и семьи твоему, которая есть в Христосе. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал онное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений. До времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере Иисуса, стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем к Христу, дабы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа обреклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе.
Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Хвала Господу апостола Павла.